Добрый вечер. Компания Сартек Херсон представляет продукт, который производится в Китае, но компания-производитель является немецкой компанией-производителем. Что это такое? Это бронированный телефон, мини-бронированный телефон, кредитная карточка. Называется он SOIX S1. Но S1 значит подразумевает, что будет S2, S3, S4 по аналогии к Samsung. Что собой представляет данный телефон? Данный телефон имеет маленький размер. Сейчас мы к нему вернемся. Сначала посмотрим. Комплектации в данной модели комплектации идет сейчас. Зарядного устройства нет, и него заряжается только от компьютера. Кабель USB, наушники. Наушники у нас тоже USB самсунговские. Веревочка. Коробка, где-то я видел еще пленку, да, вот защитная пленка для этого телефона, он красиво смотрелся, фирменный элемент гарантии, это вот такая вот кредитная карточка с серийным номером, которая дает возможность вам обслуживаться в компании SOIX. Указан сайт компании, где она находится. Что он собой представляет? Посмотрим на сам телефон. Телефон маленький, кредитная карточка. Здесь у нас гнездо для зарядки. Ну, очевидно, что гнездо не закрыто, значит, данная модель предназначена только для противоударности. Он не есть водонепроницаемым. Поддерживает одну сим-карту. Русифицирован. Камеры нет. Достаточно крупные цифры. G-сенсор здесь. Под низом получается подкладочка. Есть аудиоплеер, сообщение, телефонная книга, журналы вызова, радио, организатор, развлечения, Bluetooth, даже интернет. То есть есть некоторые элементы. Сим-карта здесь микро. Вот она. Заклеено, вставляется обычным вталкиванием. Здесь написано, как ее вставить. В инструкции нарисовано. Что сейчас сказать? Данный телефончик вот достаточно популярные модели. AEC M3 мы продаем, AEC M1, M2 и так далее, целая серия. Но преимущество данной модельки в том, что он еще и противоударный. Данный телефон не боится удара. Мы проводили тест AEC телефонов, они также их разбить достаточно сложно. Здесь резиновый корпус, он дает возможность дополнительной защиты. Такой необычный телефончик, очень удобный, как калькулятор. Никто даже не подумает, что это телефон на самом деле. Ну и вы очень сильно удивите кого-то тем, что у вас есть такая вот моделька. Еще раз. Бренд называется SOIX. S1. Скоро выйдет S2. Пока не знаем, что будет. Спасибо большое за обзор.